Так, сейчас, короче, сразу, знаете что? Давайте связного встретим. Для начала. Пока он там, надо его быстренько встретить, проводить, так сказать, и все остальное. Так, заодно Артик заберем. Хотя это, по-моему, тот Артик, который под землей. Под текстурами. Да, ребят, совершенно верно. Не заберем его ни хрена. Некоторые арты так глючат. И ничего с этим не поделать. Абсолютно ничего. Красавчик, который нам нужен. Ты по заказу от Шустрого, от него самого. Достал, что просил? Получи и распишись. Ну все, я побег. Еще один заказ выполнить нужно успехов. И тебе не хворать. Походу сейчас отдохнет пацанчик и побежит дальше. Так, а мне нужно доставить обратно артефакты. Как раз. Все как раз хорошо складывается. Все по пути. Отлично. На, забирай артефакты. Держи, награда. Если будет нужна медпомощь, обращайся всегда. Помогу. А что это за артефакты? Могу сказать только, что они будут очень нужны тому близкому мне человеку. Личное дело сталкер. Цветы могут с одинаковой вероятностью наносить как пользу, так и вред. И я надеюсь, что они смогут помочь, даже когда не осталось надежды. Ясно. Можешь не продолжать. Я все и так понял. Уверен, что будет все хорошо. Бывай. Так, дай-ка я гляну. Так, медпомощь. Ну ладно, самое главное, что я квест выполнил. Так, у этого еще один экзоскелет такой, но мне он как бы не нужен. Так, с этим пока все. Я также в группировке Рассвет состою, ну и хрен бы с ним. Мне эта группировка очень даже нравится. Она меня наградила очень хорошим экзоскелетом, который меня делает, ну, практически бессмертным. Так, Артик. Блять, а где он? Наверху, что ли? Ну, походу, да. Походу, там наверху где-то. Будем посмотреть. Детектор Велес один. Халявный, кстати. Где ты был раньше, дружище? Ладно. Так, чё, ребят, делаем ставки. Уехал! Выжили. Слушайте, походу, этот арт тоже где-то под землей, падла. Не, нету его тут, ребят. К большому-большому сожалению. Еще один глючный арт. Никуда от этого не деться. Все-таки третья версия мода, мне кажется, будет намного лучше. Лет через 5 мы к нему вернемся. Но это я уже забегаю слишком вперед. Посмотрим. Вот это тоже, ребятки, глючный под землей. Не достану я его никак. Так, что там? Кто там, блядь?
А вот это, кстати, можно забрать. И еще один можно забрать. Вообще красота. О, как после выброса. Блять, нет, все-таки этот глючный. Или нет? Нет, этот не глючный. Это гравий мы заберем. И этот тоже. Продаем марты, двинем дальше. Здравствуйте, да, здравствуйте. Удивительно, но ученые детекторы не берут. Так, а пока черного пока оставлю. Нахер мне вот этот детектор, тоже непонятно особо. Здравствуй. Здравствуй. Что у нас? Электронный модуль извлечь. Все-таки мне опять на Юпитер пиздовать, ребятки. На Юпитер. Сколько раз я туда уже бегал, одному богу известно. Тудым-сюдым. Ну ладно, чё. Так, кровососы идут нахер. Не до вас мне сейчас абсолютно. Два арта вижу. Так, тут электро лучше с той стороны обойти. Благо, он прям с краешку. Так, еще два заберем. Ай-яй-яй. Елки-палки, ну хватит, а? Слушайте, экзо нормально, в нормальном состоянии, все хорошо. Так, эта херня... извлеките первый интересующий вас модуль. Специальный комплект... А, вот он, да, это специальный комплект инструментов. Хорошо. Так, что у меня по патрончикам? Все хорошо у меня по патрончикам. Вот этот арт, я не пойму, где он, сука. Он, наверное, с этой стороны будет. Там, кстати, колючая проволока. Это... А, это аж вот так оббегать. Нихера себе, блядь. Нет, это дюже далеко. О, а может тут короткий путь есть на завод-то, а? Блядь, а чё я раньше сюда не это самое не заходил? Вот это кайф. Или подождите, что-то я не пойму. Так, здесь тупик.
Не, ребят, кажись, я сюда не зайду, это та часть завода. Блять. А, это отдельное здание. Нет, ребят. Не то пальто. А чё выше, а? Давайте посмотрим. А выше тоже тупик. До хера собачек после выброса походу заспаунилось. Все такие агрессивные, блять. Так, хорошо. Очень хорошо. Так, надо повыше, да, подняться. Так, это вот эта херня, да? Так, протокол Юпитер. Извлеките модуль. Извлекли. Дальше что? Так, извлеките второй модуль. А второй модуль вот здесь находится. Хорошо. Ясно, понятно. Пойдемте, сейчас второй модуль быстренько тоже. Так, вот здесь вот. Третий тоже внутри завода. Сразу все три обозначили. Ну ладно. Так, и у меня получен какой-то предмет. А, это ж вот этот модуль. Следовать о сигнале о помощи. Ух ты, бля. Так, тут какой-то Вася. Беги, они близко. Ты тут откуда, твою дивизию? Что произошло? Уходи внутри, так мужик, больно. Сюда! Не поможешь, беги. Вот так и за... Нихера себе, мне деньги прибавляются. Помогите! 169. Так. Эй, кто-нибудь! Мужик. Типа можно хорошо заработать, да? Эй, кто-нибудь! Подожди, это я удачно ему аптечек понатолкал. Знал бы больше принес. Так, и что там? Кто там? Контролер? Я что-то вообще не, сейчас не понял, что произошло. Так, братан скопытился.
Ну, ничего интересного нет. Зато сотню отбил. Протокол. Следуйте к наемнику. Тело курьера было заминировано. Вам едва удалось сбежать от гибели. Сбежать. Неподалеку отряд наемника. Лучше слетать, пока они просят и подойти. А, лучше сделать. Так, ну и что ты мне расскажешь, дружище? А ну спать сюда, скотина русский. Ты что тут забыл? Тебе-то что? Или вы тут чего, голуби, если закрыли, шляетесь? Людей честных пугаете, сталкеров режете. Вы этого бедолагу подминировали? Ну, мы подминировали, русский. Разговорчивый ты, а? Нехорошо говоришь, да? Слушай, модули, давай побыстрее, пока рядом с этим не лег. Ребят, ну вы прям джентльмены удачи какие-то. Какие-то модули, я тут так мимо шел, хабар искал. Так, ладно, с ним по-любому надо базарить. Так вот сейчас... Да они, я думаю, сами собачек повтыкают. Так, этот козел сейчас со мной базарить не хочет. Так, продолжаем разговор. Пасть закрой, русский. Слушай, последнее предупреждение. Отдаешь модули, живешь. Аллахом клянусь. Что жить будешь? Не отдашь, сами заберем, а будем тебе глотку долго резать. Где раньше наемничал резчик? В Чечне, не бойся, эту фразу вызубрил. Аллах Акбар, может, еще прокричишь. А ты, спецура, смелый. Многим я таких, как ты, перерезал. Но ты один, а нас пятеро. Прикинул шансы. Отслужился русский. Посмотрим, кто еще отслужился, тварь. Внимание, тихо. А вот теперь, ребятки, начнем веселиться. Так, понеслась. Что такое, ребята? Не идет. Так, тварь обходит. Тихо. Чуть-чуть отойдем. Блять, а бинтиков-то нету. Нихера. Почти нету. Ну, иди сюда. Ну что, мои сладкие, походу вы отстрелялись. Все, ребята, вы боялись. Так, даже уже трупы подчистили. Охереть, а как они так быстро? Уничтожьте синих. Понимаете, в чем прикол? А прикол в том, что мне почему-то квест не засчитывается. Почему? Я вроде всех похерил. А вот почему еще один.
вот теперь четко. Все, ребятки. Пока совсем не стемнело, надо возвращаться. Этих уродов мы вынесли. Бесхозно валяется. Слушайте, как хорошо я заработал на аптечках, а? Вообще хорошо заработал, блядь. Почему у меня их больше не было? Тут уже где найдешь, где потеряешь, да? А это куда переход? А, в Припять. Так он здесь даже есть. Ой! Причем прямой. Ну, красота, вопросов нет. Ну, я, по крайней мере, уже по 4000 не отдаю, это уже хорошо. Хорошо успел. Да, блядское это дерево. Так, здесь сюда проходим. Так, есть, отлично. Принесли мы модули, все хорошо. Хаюшки! Так, достал, забирай. Правда, наемники пощипали. Наемники? Значит, прознали все же проклятие. Шульга как раз этого и боялся. Кто-то нас сдал. Вот кто, непонятно, может, курьер, возможно, его пасли, это факт, и использовали как приманку. Подминировали тело и послали мне сигнал о помощи, я купился. Вот как, значит, курьера могли просто выследить и использовать в качестве приманки. С другой стороны, он сам вывел на тебя синих, а они его потом просто убрали как ненужного свидетеля. Да, загадка, однако. Что дальше? Будем копать под синих? Нет, по крайней мере пока. Мне нужно будет посоветоваться с Шульгой. Решим, как поступить. Если что, тебе сообщим. Ладно, поговорим о моем гонораре. Да, конечно, дело приняло опасные обороты, поэтому награда должна быть приличной. 25 тысяч тебя устроит вполне. Если что, я на связи. Удачи. Двадцать восемь рублей. Вот
как раз за эти деньги я их Зои отремонтировал. То на то и вышло. То на то и вышло. Аптечки мне нужны, ребятки. Аптечек нету. Бай! Аптечки сейчас надо у лекаря купить. Сейчас я гляну, может, с Хорони что есть. Нет, к сожалению, с Хорони ничего. Из аптечек нету. Где наш доктор? Не то, что доктор прописал. Что-то ты... Счастливо! Не болей! Да-да-да. В общем, выкладывай! Так, надо инструменты уже принести все-таки. Так, а вот еще заполучить. Неизвестно. Обнаружить неизвестную породу при помощи детектора Серафим. Неизвестная порода. Заполучить образец неизвестного артефакта. Серафим. Серафим, да? Значит, неизвестная порода. Начинаем выполнять. Что скажешь, брат? Квест. И, наверное, мы в аномальной роще. Первоначально поищем. Должны там его найти. Хоть и ночь, ладно, я уже вылез, хер с ним. Лосося напали. Блять. Бедолага, он не врубится, где его херачат. Ну и ладно. Такое бывает. Опа! Где-то тут. Где-то, значит, где-то тут. Так, вроде как нашел, да? И вот эта вот херня. А, радиоактивен на свой сок артефакта практически ничего не известно. Так, показать Герману. Ну, пойдемте, покажем. Покажем. Так, возьму я свой детектор, наверное. А вдруг какие артики будут? Да нахер иди. Вообще не до тебя. Совершенно, Вася, не до тебя. Подходите. Что? Так, я нашел образец. Держите. Отлично, сейчас посмотрим. Спасибо за работу, но есть еще кое-что. Недавно поступили сведения, что в зоне такие артефакты стали довольно часто появляться. Для удачного проведения эксперимента необходимо 6 образцов. Предлагаю вам разыскать недостающие образцы. Так. Еще 6 штук тебе надо, блядь. Козел. Ну ладно. Деваться мне особо некогда, ребят. Придется искать.
Темная ночь. Придется искать. Так, знаете что, ребят? Пойдемте искать. Я так понимаю, они где-то заспавнились. И, возможно, даже там же в окрестностях Юпитера, вон там, проще я также нахер. Также и найду. Еще раз все-таки прогуляемся в аномальную рощу. Так, тут мне нужен вот этот приборчик. Пойдемте. Проверяем. Нет, ребятки, тут уже нету. Что-то я тут ничего не вижу, блядь. К сожалению. Так, а что если мы вот сюда прогуляемся? Так, тут я вижу обычный арт. Пипец, кабанов, блядь, откуда их тут столько, а? Так, если я их особо замечать не буду, как вы думаете, они начнут на меня агриться? Но они там вздыхают сами по себе в аномалиях. Причем очень жестко и быстро. Так, два арта вижу. Номер раз. Да пошел ты нахер. Хорошо, все свинки успокоились. Почти все. Надо было сделать. Так, продолжаем разговор, да? Вот это было жестко. Что-то я как-то недооценил аномалии. Расслабился. Так, арта этого нету. Он под землей, но его нахер. А меня интересует вот этот артик. Адская аномалия. Может,
все-таки где-то под мостом будет. Нет. А здесь? Опачки. Есть. И снова надо показать Герману. Кстати, ребятки, а может этот арт под мостом находится, а? Здесь-то вон, посмотрите, есть-то проходик. А вот и тайник мы нашли, который я очень долго искал. Ёлки-палки, блядь. Кто бы знал, что он тут находится, падла. Записка к Клыку. Записка на обратной стороне старого документа. Клык, больше не могу тебя ждать. У меня на хвосте целая свора. Иду в саркофаг сам, оставляю свой счастливый ствол. С патронами к нему совсем никак. Если не вернусь, отдай его призраку и скажи, пусть бережет. Машинка толковая. Будь, стрелок. Вот теперь, наконец-таки, я этот тайник разыскал. Красотища. И еще одна пасхалка от стрелка. Ладно, арт все-таки под землей, ребят, хрен с ним. Возвращаемся к ученым. То что-то я прям по ночам стал лазить. Кровососина, бедолага раненая, ходит. Так, Наянов мне пока не надо. Так, ладно, сейчас покажем образец, что он мне скажет. Ну что, профессор? Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Так, сейчас посмотрим. Ну что, да, давайте дальше искать. Давайте. Давайте без давайте, если будем, то давайте. Подходите. Что у вас? Блядь, дай мне, сука. Так, ну что, надо следующий искать, да? Так, я так понимаю, на следующей локации будут остальные образцы. Thank you.
Ну, раз такая пьянка, предлагаю прогуляться в Припять. Тем более у меня там есть дела. Здравствуй. Привет, слушаю тебя. Пойдем. Так, подожди, вас не пойдем. Пока не пойдем, пока сейчас секунду погоди. Хотя нет, лишних патронов нужных мне. А, я не вижу. Поэтому, наверное, все-таки пойдемте-ка. Ну, здорово. Let's go. Так. Орлы все кукуют, да? Кукуют и кукуют. Ништяк, тут артефактов. Подсобирали мы. Очень даже. Этот ствол я сейчас продам. Чего заскучали, мужики? Ух ты, 19 рублей. 19 рублей. Хорошо. Слушаю тебя. Ну, привет. Ага, этот за 5. Вот тварь. Блюдина. Этот за 16. Привет, блядь. Брат. Блять. Слушаю тебя. Воякам продавать себя не уважать, твари. Сука, 24 рубля. Ну, пацаны. А вот такое вам как? Так, Васечка, а ты кто? Ну рассказывай, я весь внимание. Ладно. Ни хрена, как говорится. Ну ладно, ладно. Пока на то мы порешим. Так, во-первых, нам нужно инструменты забрать для калибровки. Пиздец, блять, уже пара микровососа ходят толпой, как гопники. Реально, как гопники, сука, парой ходят. Так, зомбачье. Тоже еще те гопники. Ой, да ладно тебе. Тихо. Тихо. Есть. Ляпота. Он даже не успел меня, не это самое. Ну, вы поняли. Короче, сделать ничего не успел. Так, 5 утра. Самое то. Самое то, что нужно. Кстати, обратите внимание, у меня на самом деле уже от аптечек нихера зависимости нет. Это что, типа я прокачался так жестко? Блядский ты, блядь, псевдогигант. Откуда ты взялся? Иди нахер. Ни
Хочу даже патроны на тебя тратить, пата уже. Сколько, блядь? Сколько раз? Кучу патронов. А толку нет, они все равно спавнятся, падлы, спавнятся. И чё толку? Не хочу я больше тратить. А где шарт? Как-то непонятно. Ну ладно. Так. Ладно, артик я забрал. Это идет нахер. Так, инструменты. Не понял. Так, надо на второй этаж, да? Только не говорите мне, что здесь нет, блядь, второго этажа. Потому что если нет, то значит меня наебали. То значит пинзес. Подкрался незаметно, сука. Ребят, прикол в том, что здесь, походу, реально... А ну-ка. А, нет, тут нет второго этажа, ребят. А чё, меня наебали, получается? Нету тут инструментов, блядь. Ух ты, блядь, а меня-то наебали. Да ладно, неужели наебали? Сука, дверь заперта. Сейчас глянем, может, они вот здесь все-таки лежат. Блядь. Слушайте, как жестко меня развели, а? Пиздец. А я тридцатник отдал, ребят. Вот удивительно, смех смехом, а я реально на эту хуйню все отдал тридцатник. А инструментов нету. То есть этот гандон меня киданул. Да? Ха-ха. Что ж, блядь, а? Неужели я их не найду? Может, он примерное местонахождение показывает? Нет. Да, ребят, печаль, беда, инструментов тут нет. Да ладно. Это где я, блядь, очутился? Это как я тут вообще очутился? Пиздец. Охереть, конечно. Такой нежданчик. Даже я не ожидал. Такого нежданчика жесткого. Наемники не ждали. Я не ждал.
Ладно. Раз такая херня. Погнали-ка, найдем следующий артик. Так, я, наверное, все-таки не понял, где мой винторез, блядь. Вы что творите, мать вашу? Вы что беспределите? Где я его проебал? Я что-то вообще не понял. Тихо, 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 я его сейчас найду. Это что за хуйня, блядь? FN 2000. Кстати, говорят, хорошая пушка, но да хер бы с ней. Где винторез, блядь? Да ну пиздец, нет. Я его не мог проебать. Где-то он лежит. Блять. Это не мой. Сука. Я сейчас буду загружаться, мне похуй. Да ну пиздец. Я их с винторезика гасил, когда я сюда. Ну то не мой. Или мой. Пидарас, блядь. Так. Да нет, конечно, это не мой. Загрузка. Загрузка, загрузка. Загрузка. Я еще думаю, повыношу их с винторезика. Не, ребят, это не смешно. Это вообще не смешно. Это, блядь, ни разу не смешно. Так. Я телепортнулся вот сюда. И что, вы хотите сказать, что я уже телепортнулся без этого самого? Что-то я не понял. Так, короче, ребят, я загружаюсь с автосейва. А у меня есть подозрение, что я проебал винторез. А я его проебал, когда телепортнулся вот с этой срани. Мало того, что там, блядь, не было сраных инструментов, так я еще и винторезик проебал. Это ж надо такая срань. Так, правильно, тушканы кровососов херачьте. Один и второй. И контрик на запуске. Короче, пипец. Вот это и нежданчик, конечно, был. Причем жесткий нежданчик. Да. Я такого, конечно же, не ожидал.
Так, вот где-то в этой области артефакт. Погнали. Сейчас, короче, чисто идем за ним. Денег у нас нормально. Так, я там, конечно, ничего не забрал, но и хер бы с ним. А с кем-то я еще с кем-то базарил там, я не помню. Нет, нет, ни с кем не базарил. Ты посмотри, а как же ж так? При телепорте потерялся инвентарь. Вот те раз, блядь. Еще придумали, а? Не говорите, что мне наверх надо лезть. Так, ну тот, походу, реально наверху. Туда я точно не полезу нахер. Ой, блядь. Сука. Вынес, да ты посмотри, а? Я его вынес, слава тебе. Господи. Так, это нейтралы. Это нейтралы. Нейтралы, блядь. Почему же они красным не отображались, а? Хотел бы я знать. Так. Где может быть эта херота? Так, я надеюсь, тут наемников не будет и монолитовцев. Они мне чуть-чуть поднадоели. Блять, да где ж эта срань, а? Где-то вроде в этом районе должно быть. Так, я правильно хоть детектор? Вроде правильно. О, может уже детектор глючит у меня. Так. Найти еще 4 образца. Заметанная. Так, тут нету. Вот я походу уже далеко ушел, он уже наемнички. Так, кажись, я чуть-чуть не там стал искать. Вот там. Так, нашел. Где? Вот он. И теперь нам нужно прогуляться, знаете, куда? В этот самый. В садик. Да. Опять в садик.
Это в школе один нарт есть. Вау. Наемники, твари. Кукуете, да? Ну, кукуйте, кукуйте. Ночная звезда, заберем. Сейчас ладно, пока наверх, а там уже. Воу. Мало мне расплющило. Так, детский сад. Мне надо в детский сад. Все, это гигант, пусть идет по своим делам, я его не хочу трогать. Там его, кстати, кто-то херачит. Ну, херачит. Так, пси-собачка бегает, хай бегает. Так, она меняет детектор. Сейчас будем искать. Где-то... Ага, вот, пожалуйста. Что-то мне кажется все-таки, что на улице. Так, все, два образца есть, и теперь надо еще два найти, и потом понесем уже, как говорится, все сразу, все с копом ученым. Все сразу, все с копом. Тушканы, отвалите от меня. Мне сейчас вообще, вообще не до вас. Так, забираем артики, да. Вот это неплохая халява. Так, хоть отобью эту херню. Так, ладно, пушку здесь вытащу. Хотя нет, я ее сейчас продам на Яной. Так, а что у меня тут? Винтовочка, всякая хэ. Ладно. Здесь мне пока в Припяти больше делать нехрен. С инструментами меня киданули жестко на тридцатник. Честно скажу вам. Киданули очень жестко. Ладно, пойдемте на Юпитер. Let's go.